Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Рысь поле. Русская сказка. У старика была дочь-красавица. Жил он с нею тихо и мирно, пока не женился на другой бабе. А та баба была злая ведьма. Не возлюбила она падчерицу, пристала к старику: «Прогони ее из дому, чтобы я ее и в глаза не видала». Старик взял, да и выдал свою дочку замуж за хорошего человека. Живет она с мужем, да радуется, и родила ему мальчика. А ведьма еще пуще злится, зависть ей покоя не дает. Улучила время, обратила свою падчерицу зверем, а рысь поле, и выгнала в дремучий лес. А в падчерицино платье нарядила свою родную дочь и подставила ее вместо настоящей жены. Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди, никто обмана не видит. Только старая мамка одна и смекнула, а сказать боится. С того самого дня, как только ребенок проголодается, мамка понесет его к лесу и запоет. «А рысь поле! Дитя кричит, пить есть хочет!» А рысь поле прибежит, сбросит свою шкурку под колоду, возьмет мальчика, накормит, после наденет опять шкурку и уйдет в лес. «Куда эта мамка с ребенком ходит?» – думает отец. Стал за нею присматривать. Увидал, как рысь поле прибежала, сбросила с себя шкурку и стала кормить малютку. Он подкрался из-за кустов, схватил шкурку и спалил ее. «Ах, что-то дымом пахнет, не как моя шкурка горит», — говорит рысь поле. «Нет», — отвечает мамка, — «это верно, дровосеки лес подожгли». Шкурка сгорела, а рысь поле приняла прежний вид и рассказала все своему мужу. Тотчас собрались люди, схватили ведьму и сожгли ее вместе с ее дочерью. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.